Так, напишите, если увидите, что стрим пошел. О, вижу, все, появилось 5 человек. В общем, всем привет, с вами Брикман. Вы уже видели недавно стрим игры Vice Project Doom, который проходил Амхол. Играл первый раз, играл неплохо. Я в эту игру очень много играл в детстве, и она мне тогда показалась очень легкой, потому что она просто начала пролетаться, как нефиг делать из раза в раз. В принципе, у меня такое же мнение осталось и по сей день. И поэтому я попросил одного хорошего человека с ником Lomax сделать хак на эту игру и сделать там по-хардкорному один хитпоинт. Да, и вот такой хак я буду проходить сегодня. Vice Project Doom, в который был до неприличия огромный лайфбар, там теперь будет всего один хитпоинт. И это будет совсем другой разговор. Заставки скипать или нет, как вы считаете? Все-таки их тут много. Пират, я сейчас стримлю просто так. Сейчас видишь утро. Я не нацеливаюсь на огромную аудиторию. Просто, я просто стримлю для себя. А проходил он по обычную версию, а я прохожу с одним хитпоинтом. У него был first run, поэтому это нормально. Я просто хочу показать, что в этой игре можно ее пройти даже с одним хитпоинтом. Сейчас я вам пока докажу, что тут действительно один хитпоинт. Вот мы появились. Вот мы и умерли сразу. Ну, еще раз умрем за компанию. Как видите, мы умираем и действительно с одного касания. Без шуток. Так что... Погнали. Играть нужно аккуратно. Иначе ничего вам не светит. Игра приобретает совершенно новый облик. И становится действительно хардкорной. И тут уже на пролом ты не пойдешь. Тут уже нужно искать стратегии, тактики. Отлично, первый уровень пройден. Ну ладно, раз почти все, кто сейчас смотрит стрим, уже видели все катсцены, я их тогда буду скипать. И тут мы тоже умираем с одного касания. Вот, пират уже сомневается. Вот, значит, уже не зря прохожу. Чтобы кому-то показать, что действительно можно пройти. Я, кстати, хотел вам Холу подсказать, как легко можно пройти последний уровень. По крайней мере, его часть. Но он... Точнее, он справился сам.
Так, вот у нас первый босс. С одним хитпоинтом он уже гораздо опаснее. Вот я сейчас смудил. Будем закидывать его гранатами тогда. Вот еще одна ловушка была. Сейчас мы начинаем с начала уровня, да. Тут такая жесть. Если смотреть в плане одного хп, то первый босс, он чуть ли не один из самых сложных. Хотя, конечно, есть намного сложнее, чем он. Но просто он становится явно сложнее многих других. Ну, вы увидите, короче, со временем, какие боссы легче, какие сложнее. Тут еще проблема в том была, что я дошел до босса со всего лишь одной запасной жизни. А если вы речь идет о хаке с одним хитпоинтом, то лучше доходить со всеми двумя. Фух, и так. Отлично. С первым боссом покончили. Точнее, со вторым. Напоминаю, что у меня один хитпоинт. Так что тут либо no damage, либо никак. Ах, блин, я же нажал на прыжок. Мудила. Лол, я проходил ее 9000 раз в детстве. Пролетал спокойно, не тратя ни одной жизни. Она, я говорю, она легкая очень. Так что, пират, затроллить меня не пытайся, я тебе не амкол. Я на твой троллинг так легко не поддамся, по крайней мере, во время стрима. Так. Что у нас дальше? Да, без проблем. Может, не с первого раза, но учитывая
всю огромность лайфбара в нормальной игре, это не составит никаких проблем даже криворукой обезьяне. Вот игра реально, она очень, она хорошая, но ее минус в том, что она очень, очень легкая. Просто невероятно легкая. С одним хитпоинтом это другой разговор, естественно. Все аккуратно проходит, если не торопиться. Блин. Я все время забываю про того чувака, который падает сверху. Во. А, блин. Так, все, надо собраться. Да блин, я же нажал на удар. Да. Это явно не так просто, как вы думали. Ну и как... Нет, и как я думал, пожалуй, тоже. Ох, ёлок. Нифига себе. Нет, сейчас. У меня настроение не для First Run, определенно. Итак, сейчас у нас тир. И в тире у нас тоже убивают одного касания, но я не хочу это вам показывать. Впрочем, ладно, один раз покажу, для примера. Все, убили. Отвлекайте меня от чата, все равно пока не читаю. Отлично. Фух. Здесь идет прохождение игры Vice Project Doom с одним хитпоинтом, пират. Ну не карчук, пиратской. Это хак. Это один хитпоинт. А, сейчас у меня одна жизнь, поэтому сольется. Сомневаюсь, хотя было бы круто. Главное двигаться очень аккуратно и медленно, потому что здесь очень много врагов на квадратный сантиметр. Так, тихо-тихо, ты пошел. Фух.
Так, тут фишка в чем? Надо раздолбать можно больше блоков. И вот тот тоже в том числе. Нет, не попал. Во. И теперь можно бежать. И только тогда в нас не попадет вот этот чувак. Сделать это достаточно трудно. Ну вот это, конечно, это была жесть, я зря поторопился. Видите, всего-то пару шагов вперед, и ты уже вот в такой заднице. И все сначала, всю секцию. Игра уже далеко не такая простая. Ты чувствуешь реалистичность, что тебя убивает с одного касания. Даже чересчур реалистичная реалистичность. Твою мать. Нет, ну... Да я шучу, конечно, какая реалистичность. Я имею в виду, что... Чтобы игра была реально сложной, вот... Надо было... уменьшить лайфбар раза в 4. Вот тогда была бы она реально в меру сложная и интересная. А... Так, она просто слишком легкая, в этом ее минус. В смысле, у хакера нет фантазии? Я бы просил его сделать такой хак. Так что у меня нет фантазии, а не у хакера. Да бля! Вот тапал-тапал кнопку, он между этими... Между взмахами успел просто проскочить. Один хороший человек с ником Ломакс занимается тем, что делает хаки по заказам, всякие мелкие. Вот, я попросил сделать. Я рад, что этот хак замечательно заводится на портативных эмуляторах. Просто там даже в файле Redmi было указано, что игра не может, так сказать, работать не совсем правильно на некоторых эмуляторах. Так, сейчас что? Сейчас чувак будет выпрыгивать. Да, отлично. Перебарщиваю. Надо разбить тот блок, иначе меня убьет этот чувак. Да блин. Если я его не разобью, то я сдохну. Ну давай. Во, отлично, конец. А, я же так делал, точно. Блин! Так, все, я понял, что нужно делать, сейчас я пройду. Фух. Блин, ну пипец, тут тайминг нужен вообще жестокий.
Ух ты, как я сразу лимбанул так точно. Отлично. Отлично. Местечко. И все, все, прошли. Фух, прошли. Отлично, тут у нас чекпоинт, и мы можем снова умирать, и умирать, и умирать. Потому что мы будем начинать отсюда, что очень и очень хорошо. Ах ты гнида! Запрыгнул на пенёк. Хотя пенёк, конечно, большеват. Отлично, ну красота вообще. Нет, не делал. А если бы сделал, я бы в нее все равно не стал играть. Никогда. Только за $1 000 000 в награду. И больше ни за что. Ух, отлично, 5-й уровень прошли. Блин, вот про него я забыл. Вообще я про все забываю. Поиграю пока. Для того, чтобы вспомнить, что и где, и как. Так, блин. Это же чувак вообще не стреляет. Тупо выскакивает у меня из задницы. Окей.
Тихо! Борзели-то как? Да ты... Блин! Так, ладно, пока ставлю гранаты. Блин. Твою мать. Бежим от этого чувака. Фух, дошли до чекпоинта. Вот тут босс уже реально хардкорный. Какого босса? На втором уровне? В смысле, это кого? Конкретно, что за чувак? Это просто немного искаженное понимание уровней. Так, это не нравится. Ну там все такие, ты поконкретней. А, в смысле, в приседе бегай. В приседе подходи близко к нему, тогда он в тебя не попадет шариками огненными. Амкой же сразу тактику нашел. Фух, вот сейчас будет хардкор. Да. Да блин, чё не так-то? Я же как-то его мочил по-другому. Ласкер Хелл, я, конечно, не амкол, но отвечу и жди, чё? Так, ладно, чё делать с боссом? Так, я не помню, что я сделал с ним конкретно. Или помню. Ладно, не знаю. Я не знаю, помню я или нет. Нет, нифига. Даже звук был удара. Точнее, вот этот вот. Такой звук был. Однако он меня все равно убил.
Нет, я, пожалуй, Хани назвал хардкорным баянистом. Потому что он проходит хардкорные игры, но те, которые мы уже проходили с Анколом ранее. Вот поэтому я его буду называть хардкорный баянист. Фух, вот это было действительно тяжело. В принципе, этот уровень тоже непростой. Хотя, в принципе, если медленно проходить, он опять же не трудный, но там в одном месте подстава будет, по-моему. А может даже в двух. Вот я уже поторопился. Где же подстава-то? Блин, я бы не хотел сдохнуть на ней. Но, видимо, у меня другого выхода не будет. Нет, нигде не писал. Да зачем? Это так, мелкий стрим. После того, что вчера было. Блин, вот две птицы. Вот это одна из подстав. Сразу две птицы летит одновременно. Пусть это выглядело, как будто они летели с небольшой задержкой, но тем не менее они летят одновременно. Вот тут будет подстава, по-моему. Да! Сука, вот... Вот... Это был самый конец. Фух... Да, это явно не так просто.
Блин, я нажал на прыжок, бля. Ну, какой понт умирать в самом конце? Ну... Я сейчас не умру. Да, наконец-то. Ух ты, так оказывается быстрее. Ух ты, я убил рыбу, до того, как она выстрелила. Хотя хотел убить крысу вообще, а не рыбу. Да твою мать, я нажал на прыжок, черт, какого фига? Привет, комбайнер. Ди Мегамен 7, хаков нет. Есть, конечно, качественные хаки, но такого, конечно, уже не будет. Так, минус Infinity. Это единственный в своем роде. Да черт! Вообще, че? Зачем я полез? Просто неплохие есть. Это да, я тебе могу посоветовать парочку. Блин, да вы офигели. Thank you.
Вот опять подстава. И последняя жизнь была. Больше похоже на какую-то, не какую-то, как сказать, помесь крыс и свиней. Мне так кажется. Да и твою мать, теперь это рыба. Да блин! Да вы охренели, а что это такое вообще? Не могу теперь вообще нифига пройти. Делов-то было, блин. Тут будет сейчас подстава с крысой. Прямо прыгающий прямо сзади. Так. Отлично. Босс. Босс легкий. Еще бы я сдох на нем. Сейчас у нас электрофабрика, или как ее там? Электростанция. Или электрохрен знает что. Тут наша главная проблема — это эти прыгающие кретины, которые очень быстро и очень ловко прыгают. Ух ты, я сейчас умер. Позе с мечом. Посмотрим еще раз, если мне получится. Блин. Нет, сейчас не получилось. Забавный был баг.
Обломить не успел. Отлично. Это, по-моему, последняя секция. Перед чекпоинтом, я имею в виду. Сейчас будет много прыгающих чуваков. Блин! Умер самой тупой смерти, нарвавшись на электричество. Блин. Так, если я сейчас вздыхаю, мне придется сначала проходить весь уровень. Чего я, естественно, не хочу. Отлично. Ну ты смотри. А, вниз нельзя. Мне показалось, что можно просто. Понизу самый простой путь, если честно. Вот, кстати, Анкол босс, против которого ты долго не мог найти тактику. Это он. Такой трудный, безусловно. Да, это хардкор от меня. Так, что у нас дальше? По-моему, биолаборатория. Да, я прав. Тут уже реальные трудности начинаются. Все эти быстрые враги, скачущие по экрану. Ну, как этот, например, Мишка, как я его называл в детстве. Мне кажется, больше похоже на Мишку. Обезьяны тут и так есть.
Вот посмотрите, ну какая-то горилла. Мишка же. Да вы охренели. Охренели, вы чё? Не, надо там пистолет брать. Чё ему жопище? Чё я все время с этим хлыстом бегаю? Надо же переключаться по случаю необходимости того или другого. Отлично, хоть докуда туда шел. Сейчас очень быстро прискачет мишка, по-моему. Очень быстро. Вот, этот меня убивал очень часто. Сейчас просто повезло. Нормально так прилетело сверху. Блин, что я натворил? Что я натворил? Не-не-не, сдохнуть нельзя, там чуть-чуть осталось. Там осталось чуть-чуть. Фейспалм! Тоже я сказал. Я уже много раз говорил на эту тему, что когда на экране херно что происходит, я могу немного неадекватно комментировать и нести всякую чушь.
Так, блин, она легкая, когда у тебя... Вот ты посмотри на лайфбар. Посмотри на лайфбар. Я видел стрим МКО, это был first run у него, поэтому, естественно, при первом прохождении любой игры вызовут трудности. Например, Shatterhand, я думал, типа, пипец, как сложно, хотя проходил первый раз. Shatterhand, когда я проходил первый раз, мне она показалась сложной. А второй раз я прошел, уже не потратив ни одно континью, и сдох, по-моему, всего один раз. Когда я второй раз уже проходил. Это, по-моему, говорит сильно о сложности игры. В первый раз, естественно, будешь играть, ну, проигрывать много, это... Как сказать? 100%. Заметь, что он сам замечал, что многих боссов можно завалить тупо, как сказать, фигарить без остановки. Да, мясо. Да пройду, блин, подожди, мне потренироваться надо, чтобы пройти этот уровень. Я в него сколько не играл. И сколько я его не проходил лет. Фух, все, чекпоинт. Ну да, много, согласен. Что обсуждали и чё? Блин, какой ты быстрый, сволочь. Да блин! Так, все, я беру пистолет. Мне надоело, хотел вообще сдохнуть, тут же чекпоинт. Че буду рисковать? Я медленная, с жопа медленная. Еще раз нарваться надо. Вот для тех, кто не понял сюжета в тот раз, это та самая лаборатория, в которой выращивали клонов, и там в капсуле сидят такие же чуваки, как наш главный герой. Ну не согласен. Чем тебе место напоминает жилище бомжей? Я здесь не вижу ничего из... Как сказать? Никаких предметов обихода тикнуло. Да блин! Чёрт, чёрт! Блядь, говно! И опять сначала! Ах. Был почти самый конец. Тут одна комната до босса, и всё. Одна комната, поэтому она такая огромная.
Ребята, а можно вопрос? А зачем выращиваете бомжей и алкашей? И клонировать их тем более? Разве их и так мало в России? Мне кажется, их вполне много, даже слишком много, чтобы их еще и разводить. Но все равно, что разводить саранчу. Вот оно как. Какая разница, они так выращены экспериментально, раз уж они в капсулах сидят. Можно было тогда бы с улицы брать и не тратиться. По пересаживанию левого соска на место правого. Блин, дыхай. Это, по-моему, уже какие-то извращения биологические получатся. Фух, дошел. Да, вот он такой легкий поворот сюжета. Сейчас у нас будет гораздо более трудный уровень. Впрочем, у меня сейчас есть реальный шанс пройти его. Хотя с первой попытки нет. Только не с первой. Да, она оказалась бомжом. Какой жестокий сюжет. Да блин! Все, теперь я ни хера не пройду.
Все, я просрал. А был шанс. Но это с первого пытки у меня вот так не получилось. Прикол в том, что как раз тогда я набрал третью жизнь, у меня было их 3 штуки, а сейчас у меня 2. Соответственно, шансов у меня куда меньше. Этот уровень очень сложный, если проходить с одним пикпоинтом. Вот сейчас я уже умер, например. Ласкер Хелл, там такой заворот сюжета, что она куда-то пропала после определенного момента. А потом, как сказать, другая помощница этого чувака заметила, типа, что ее уводили какие-то люди в костюмах и, как сказать, в биологических костюмах химических, на которых был логотип этой лаборатории, куда отправился этот чувак потом. Короче, надо вчитываться в сюжет, потому что его здесь много. Блин, я терпеть не могу этих врагов. Ну что они здесь сделали этого монстра? Блин! Это будет ой как непросто пройти этот уровень. Особенно вот этих врагов, которые сейчас вычешь. Я их ненавижу. Ой, как я их ненавижу. Они летают вокруг меня и ничего не позволяют сделать. Блин, да здесь это не дай мне кретин. 1, 2, 3. Анко вроде так и не понял, что дает. 1, 2, 3, вот это меняет скорость. Но мне сейчас нужна скорость первая, поэтому я ставлю первую. Блин, нашу страну зеленый съесть! Гнездо 2 раза! 2 раза, блин! Нет! Она была нормальным человеком, ее просто забрали и сделали из нее какого-то монстра. Вот и все. И послали против этого чувака. А он разобрался с монстром, а потом бац! Смотрит, блин, это же моя тёлка. Наверное, поменяли местами соски. И яйца прилепили. Чьи-то. Яйца бомжа. Наконец-то я не сдох! Да, пират, и ты взрослый человек. А, сочиняешь рассказы как школьник. Да твою мать! Иди смотри. О, сейчас мне дали еще одну жизнь. Вот мой шанс. Блин. Ладно, посрать. Да твою мать! Ну зачем? Зачем? Все, теперь я сдох. Гарантированно. Не знаю, пират, как насчет девушек, но с мутантами, с яйцами на бороде
и каким-нибудь еще я знаком не был, и мне не приходилось задаваться таким вопросом. Нормально, девушек и так вопрос, как сказать, даже не стоит. Там и так все понятно сразу. Терпеть не могу этих тварей, всегда на них нравится. А и теперь у меня замечательно. Давай, давай, умри, умри. Его просто не стоит, зато. А, ладно, я не буду даже с вами говорить на тему. 5 минут. Сводишь, все. Вот пират, вот ты как всегда. И как придешь, так сразу что-нибудь пошлое в чате начинаешь. О, я не сдох. Все, я понял, как проходить, не сдохнуть в том месте. Давайте босса. Отлично. Я дебил. Тьфу, блин, отвлекайте меня своим чаром. Не осталось чуть-чуть пройти. Отсюда босс и сдох на нем, замечательно. Просто тут почти во всех уровнях, правда, я дошел до босса, является синонимом, я прошел уровень. Но я в них сейчас. Так, 3 жизни опять. Все, не надо, не, нельзя посрать шанс. Отлично. Блин, а! Стоп, а что я поранился-то, бля? А что я поранился? Блин! Все-таки выскочил, сволочь. Yes, отлично. Ох, замечательно, наконец-то. Хотя еще не все, сейчас надо расквасить чувачков. Стараюсь сделать с первого раза. Thank you.
И враги очень быстро стреляют некоторые, поэтому надо очень быстро перемещаться по экрану. Фух, вот он и последний уровень. И сейчас я вам покажу, как надо замечательно проходить последнюю комнату. А кто-то сдохнет, у меня оружие. Вот так. Не правда ли было трудно прорваться сквозь эти толпы врагов? Но мне тоже нравится, очень даже, я бы сказал. Тоже, конечно, здесь это отдельный разговор. Да блин, ты достал респавниться! А вот она, замечательная комната, с которой у меня возникнут трудности. Сейчас не получилось. Ну извини, пират, извини. Ты можешь в любой момент пройти с одним хитпоинтом, убить их всех. Это будет гораздо круче. Я не сомневаюсь. Поступишь по-мужски. Полезешь в драку со всеми сразу. Ты совершенно прав, товарищ Размечалова. Такой хак за тем, что игра слишком легкая была. Да. Фух, я! Только хотел сказать, что я не сдох, как я сразу сдох. Да вы совсем охренели. Капец, это сложно осуществить.
Ну так это же NTSC. В смысле, NTSC регион по умолчанию. Его... Наверное, играл в японскую версию. Я играю в американскую. Чёрт, чертовщина. Чертовщина сраная. Блин, вот это жестокое место. Теперь я еще не допрыгнул. Да ты, чувак, ты обнаглел. Вот что он сейчас сделал? Как ему не стыдно такое вытворять? Я сейчас зря прыгнул, из-за этого у меня сейчас может все... Точнее, зря я сейчас ударил лишний раз. Из-за этого у меня все может зафейлиться. Нет, смотри, как все равно не зафейлится. А вот теперь два чувака за мной прибежали, а не один. Тихо, не отвлекай от меня, ради бога. Хочу пройти наконец это место. О, ты хочешь сказать, что в американской, в японской версии этой игры больше звуковых каналов? Охренеть. А вот зря этого чувака не убил, он потом вернулся бы и добил меня. Окей, тут для меня будет повод посмотреть японскую версию, хотя мне американская нравится куда больше. Хотя, по сути, я сейчас чушь сказал. Я сказал, что мне нравится больше американская версия, хотя я еще не смотрел японскую.
Да уж, чушь. Спасибо, кретин. Блять, какую зимбабвийскую? Если бы в зимбабвийской версии была другая музыка, то я бы заценил ее, поверь. Сейчас нет. Пират, я помню прекрасно эту мелодию с детства, и она звучит точно так же, как и звучала на Денди. Опрометчиво было, очень опрометчиво. Хотя я был близок. И жизни у меня 3 было. Точнее, я заработал еще одну. У меня была мысль не брать ее, а сдохнуть. Но я так не сделал. Теперь мне опять не будет 3 жизней, будут 2 сраные. В смысле, я прекрасно знал, что я это место следу не пройду, но пройду же. Блин! Тут просто пара сложных мест есть, реально. Мне нужно просто жесточайший миллиметраж. Если не хочешь пораниться. В моем случае это обязательное условие. Вот так надо сделать. Вот такой прыжок. Очень, как сказать... Очень непросто. Вот эти бесконечные чуваки, которых нужно убивать точнейшим нажатием кнопки удар. Иначе ты по ним не попадешь, они тебя убьют. А здесь вообще надо бросить гранату, чтобы попасть в улетающего чувака. Как сейчас мне это получилось? Yes! Фух, сейчас не одна попытка, если я сейчас его не завалю, то мне опять придется проходить ту секцию и, соответственно, весь уровень заново. Фух, ну ладно. Нет, сдохнуть, хотя вполне возможно, пару раз.
Да. Это последний уровень. Ну надо было в самом конце слепить хуйню. Блин, нам кол играл с бесконечным количеством хп и ловалил почти всех боссов на пролом. Что в принципе и я делал, когда играл нормально. Точнее, в нормальную версию. Что я наделал? Ну, конечно же, я сейчас сольюсь. Да. Пират, ты такой баянщик, я не знаю. Сколько раз уже этот баян вспоминаешь? Тебе само не надоело? Баян же, пират. Ну, такой баян, я не знаю. Я не видел более баянистой шутки, чем... Попробуй не умирать, чтобы пройти дальше. Баянить некуда. Или когда он играет в Айвона Бизыгай, ты говоришь, попробуй не нарываться на пике. Ну, может, тогда ты сможешь пройти. Не тупить порой тоже бывает непросто. Подтупить я подразумеваю сделать не то, что ты хотел. А иногда дело зависит не только от того, помнишь ли ты, что нужно делать, а от точного тайминга. Пират, я всегда стараюсь следовать совету твоему. Если ты не знал. Ибо если бы я ему не следовал, я бы ничего не прошел. Даже первый уровень. Ну, получается так, доктор, потому что так получается. Yes. Фух, отлично. Видишь, пират, я последовал твоему совету. Все, final boss. Thank you.
Фух, все. Все, игра пройдена. Игра пройдена с одним хитпоинтом. Фух. В смысле не по-мужски, а по-твоему граната это удел баб, использованный гранат, удел баб, видимо. А, Нолик, я тебе могу посоветовать хак пятого Рокмана. Называется Rockman, как он называется? Rockman 5 Wireless Dream Space. Я тебе потом название напишу. И хак второго Rockman'а. Rockman No Constancy. Тоже отличный хак. Но, конечно, по сравнению с Minus Infinity, это, конечно же, так, мелочь. Но, тем не менее, отличные хаки. Сейчас я напишу название даже. Хотя нет, потом напишу, когда стрим закончится. Нет, молодцом я был вчера. Молодцом я был вчера. А сегодня это так, мелочь была. Окей, окей, пират, я не мужик, да, ты батя всех игр, ты все игры на Денди проходил, окей, окей, мы это все знаем. Можешь нам об этом не говорить в 100-500 раз. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока. Позитиву вам всем.